Давайте посмотрим, может быть, был Да, и вот Саша Гелев. донат. Александр Друг. Гелев. Нет. Да, меня сегодня Ну, упорно опять, не по-моему, видит этот Сергей самый. Жук. Упорно не видит, ничего. Мы сегодня с ним уже играли. Так. В последнее время люблю Так, тут ну он какой-то вывод славится своей ладьи. такой игрой. Творческой. Так, А3. Бьем. Славится Александр Гельман. Сейчас смотрим. Конь Е4, Давайте наверное. так. Нормально. Назад вернусь. И H3. Сейчас смотрим. Редко так увидишь, чтобы ладья так бегала в дебюте. Давайте так. Тоже совсем неплохо. Сюда. Смотрим, к чему все это приведет. Сюда. Это неприятно, да. Сюда это неприятно. Ударил сюда. Давайте попробуем вот так все-таки. Так. Ладья b3. Обратно Тут надо ладья. ферзь а7, да, другого нету. Забавная позиция такая. Позиция Так. крайне забавная, ну посмотрите, да, такую позицию не часто встретишь, наверное, И именно у Александра попробуем Гельмана ее и встретишь, ну потому что он c4. творчески играет. C4, сейчас смотрим, Так, что это жестко. такое. У обоих королей Так, в центре. смотрим. И Смотрим, как же здесь лучше. Ну у что, меня ладья пешка d8, что ли? подвисает. Нет, там будет cd, e, d, ферзь g4, шах Но какой-то, мне да? хочется как-то Смотрим, как слонов же играть. раскрыть, чтобы они заработали до того, как черный король убежит. Не знаю, c4 ход в этом Так-то плане так. Смотрим, непонятный. смотрим. Непонятный. У меня еще идеи есть g3, слон h3, слон e2, А слон давайте так. g4. Ну, наверняка что-то А не конь то. на a5. Наверняка. Это как-то мне в голову не пришло. Давайте вот сюда попробуем. 3 f5 уже приходится. f5. Ну, Может быть, может быть и шах. ничего, кстати. Какая крайне Или он просто творческая позиция, как вернется. видите. Все-таки шах. Ферзь a4, шах, конь c6. И три Кстати, нуля мне попробую. кажется, это лучше для меня. Рокировка, так, Правда, он смотрим. f2 отдаю. Может быть, зря. Давайте. А вот оно как. Вот оно как. Ух ты. Давайте отойдем. Сложная борьба. Сложно, нет. 3-0. Плохой был ход. 3-0. А вот так вот он рвется здесь, значит, да? Неприятно это все. Давайте так попробуем. А, на слона напал. Нет, что-то не нравится мне это, да. Что-то как-то я подвыпустил здесь. Как-то я здесь подвыпустил. Но позиция сложная. По времени сейчас у обоих уже тяжело. И короли оба какие-то
тусклые. Сюда. Шах. 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 Пошел я уже во все тяжкие. Сюда. Шах. И бью на автомате. Победа. Да, ну молодец, Александр. Хорошая игра. Молодец. Страстная. Творчески, хотя интересная была очень партия. Хорошая, страстная игра. Ладно.